Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз приветствую всех в этом замечательном джазовом местечке. Сегодня с вами будет проект «Фанк-корпорация». Нас много. Мы будем играть свои авторские пьесы. И в конце мы хотим еще сделать джем-сейшн для всех пришедших музыкантов. Поэтому вы можете принять участие в нашей эпической вакханалии звуков. Мы будем вам очень рады. Итак, приглашаю на сцену музыкантов. Сегодня с нами будут играть звезды российской сцены. Я не побоюсь этого слова. Это великие музыканты, профессионалы. Просто, я не знаю, какие-то гиганты, я бы сказала, джаза. С нами сегодня будет играть Родион Гоборов на органе, на настоящем органе. И на клавишах тоже. Сегодня мы будем исполнять и его композиции в том числе. Дальше. Алексей Полубавкин будет на гитаре сегодня с нами играть. Особенно, я думаю, порадуются любители Джона Скофилда в его игре. Далее представляю нашу гениальную ритм-секцию. Это Константин Кириленко, бас. Для любителей Ивана Ламези, он с ним работает, кстати. Александр Ахмаев, барабаны. Прекрасный барабанщик, жутко талантливый. Евгений Павловцев, флейта и саксофон. Также композитор, тоже будем сегодня его пьесы исполнять. Теперь самые великие и большие планеты. Олег Грымов, альтсаксофон. И Константин Сафьянов, тенор-саксофон. Это тоже великие, замечательные люди. Я очень признательна им, что они сегодня почтили нас своим присутствием. Меня зовут Наталья Козлова. Я буду петь, плясать, играть на бас-гитаре и делать все возможное, чтобы было жарко и весело всем. Итак, мы начинаем. И первая композиция, которая сейчас прозвучит, называется «White Blue», автор Родион Гоборов. Thank you.
Композиция Родиона Гоборова под названием White Bloom, что переводится как белый бутон. Вы не поверите, это композиция про чай. Следующая композиция называется You Can Make It Better, что переводится как ты можешь сделать все лучше. Это моя композиция, она посвящается дорогим друзьям. Дорогие друзья, спасибо большое, что вы у нас есть и что вы меняете наш мир к лучшему. Bye.
Наша сегодняшняя программа музыкальная называется Around the Styles, что значит «вокруг стилей». А это говорит о том, что стили, которые мы сегодня будем осматривать, скажем так, довольно разные. Они все около джазовые, но тем не менее немножко друг от друга отличаются. И вот следующая композиция будет в стиле drum and bass. Она называется Rain of Changes. Она была написана мной. Это композиция про то, что после того, как проходит дождь, на улице или в нашей жизни обязательно выглядывает солнце. Here we go.
большое спасибо. Соло на саксофоне Олег Грымов. Соло на барабанах Александр Ахмаев. Следующая композиция освещает следующий музыкальный стиль. Она называется «See the World». Это композиция в стиле регги. Она также была написана мной. Мне для этого нужно специально подойти поближе к своему любимому органисту и клавишнику Родиону Гоборову, чтобы сыграть с ним вместе вступление к этой композиции. Once I thought what I am missing, I look into my heart and listen. What if all my hours like a roll of dice has another song, so I can chase it many times. Bright. I wanna be the star.
спасибо. Вот такая теплая летняя позитивная песня сейчас для вас прозвучала. А следующая композиция будет в стиле фанк, и она называется Station Groove. И для этой песни я приглашаю на сцену дополнительно Евгения Павловцева, который будет играть на флейте. И, кстати говоря, в предыдущей композиции... Хотела сказать, забыла. А, Родион Гобров на органе играл для вас замечательный сон. Регги меня окончательно расслабил. Но теперь немного взбодриться пора. I'm gonna run.
Большое спасибо. Это была песня про столпотворение в метро в час пик. А следующая композиция называется очень интересно. Она называется «Анна Фанки Роуд Трип». Ее написал Женя Павловцев. Сейчас у нас будет небольшая смена состава. Некоторые ребята пойдут немного отдохнуть, а некоторые ребята поднимутся немного поиграть. Вот Александр Наухов, например. Приветствуем его. И Наталья Козлова на бас-гитаре. То есть я. Это песня про девушку, которая едет в путешествие, и у нее все очень хорошо. И этому она радуется. Об этом мы и поиграем. Thank you.
Я не просто так хвалю Алексея сейчас, потому что я был так сильно впечатлен стилем его игры, что написал песню, которая посвящается ему. Называется она «ФНАК». И сейчас мы ее для вас исполним. Thank you.
спасибо. Сейчас для вас прозвучали две композиции Евгения Павловцева. Вторая называлась «Тьма». Она посвящалась нашему гитаристу Алексею Полубабкину. Так. А следующая композиция, которую мы исполним, она будет тоже инструментальной. И на нее я приглашаю на сцену наших замечательных всех флейтистов, саксофонистов, в общем, всех-всех-всех. Это будет композиция под названием «Верблюд». Ее написал Родион Гоголев. Если в зале есть Константин Сафьянов, то его мы тоже приглашаем на сцену. Костя, присоединяйся. Thank you.
Большое спасибо. Это была композиция Родиона Гоброва под названием «Вернуть». Для вас играли соло Олег Грымов, альт-саксофон, Константин Сафьянов, тенор-саксофон, Евгений Павловцев, флейта, Алексей Полубабкин, гитара, Родион Гобров, клавишные, Александр Ахмаев, барабаны. Я играла на басу, как могла, но я приглашаю на сцену замечательного басиста Константина Кириленко, владельца вот этого прекрасного инструмента. Он с ним справится, думаю, гораздо лучше, чем я. Мы споем для вас еще парочку моих песен. Я думаю, что, наверное, после этого уже начнем джем-сейшн, потому что есть в зале музыканты, которым не терпится поиграть. И следующая композиция, которую мы исполним, будет веселая, называется Love Rolling Music. Это песня в стиле диско про дискотеку. Если кто-то захочет поплясать, кроме меня, я буду очень рада. Come on.
Вот такая веселящая песенка в стиле диско. Следующая песня, которую мы исполним, называется «Last Days of September». Ее многие музыканты знают, потому что играли, слышали, слушали, да и не только музыканты. Эта песня полюбилась, наверное, уже очень многим. Мне она особенно полюбилась, потому что написана была мной. «Последние дни сентября» — это композиция о том, что в конце сентября, когда лето уходит, нас согревают воспоминания о лете. Поэтому вот сейчас лето, накопите как можно больше радостных и теплых воспоминаний, чтобы они вас осенью согревали. Витаминов тоже. Я представляю, так это октябрь месяц. Кто-нибудь так берет витамины, и ему сразу становится тепло. Смотря какие витамины, конечно. Ну да ладно. Last days of September. Last days of September. It's a special time to
Большое спасибо. Запомните вот эту простую мелодию, и пусть она будет с вами все лето согревать вас, бодрить, и вместе с ней вы будете делать новые открытия, и приятные, радостные встречи, я надеюсь, у вас тоже случатся в большом количестве. Для вас сегодня играла фан-корпорация. Олег Грымов, альт-саксофон. Родион Гоборов, клавишный. Алексей Полубабкин, гитара. Константин Кириленко, бас. Евгений Павловцев, флейта и саксофон. А также наш специальный гость Константин Сапьянов, тенор, саксофон. Александр Ахмаев, барабаны. Также еще на одну песню к нам выбежал еще один специальный гость, он играл на трубе. Рустам Артыков его зовут, ему тоже аплодисменты. Меня зовут Наталья Козлова. Всем большое-большое-большое-большое спасибо. Ну что, ребята, сыграем Sound of Molly и Sunrise, последнюю песню. Эта композиция была написана мной, она про любовь. Пока ребята поиграют небольшое вступление, я позволю себе наглость подключить свой инструмент. Thank you.
Большое спасибо, дорогие друзья. Любите друг друга и дарите друг другу как можно больше радости. Сейчас будет небольшой перерыв. Если у кого-нибудь появилось желание поиграть, зажечь на этой замечательной сцене, милости просим, подходите к нам. Мы определим порядок песен и кто на чем будет играть. И с удовольствием с вами зажжем. Большое спасибо. Thank you.
Большое спасибо. Сейчас для нас прозвучала джемовая композиция под названием «Лето 2». Ее написал Родион Гогол. Аплодисменты. Было на сцене много солистов, имен чьих я некоторых даже и не знаю, но они мне потом скажут, я их обязательно представлю. А сейчас на сцену хочет выйти Анатолий Старостин и спеть песню. А также Константин Кириленко будет играть на басу. Владимир, иди сюда. Будешь на барабан играть. Сейчас мы тут быстренько соберем. Добрый вечер. После таких красивых композиций, песни, которые я хочу спеть, прозвучат даже немножко банально, но надеюсь, вам понравится. Thank you.
Давыдов и споет нам очень легкую, летнюю, веселую, позитивную песню, которую все очень любят, и я уверена, что будут подпевать ему хором, кто помнит. Это секретная песня, которая называется очень просто «Don't worry, be happy». Всем хорошего настроения, друзья. Ну что? Ну, Родион, он вообще одной рукой там ковыряет. Don't worry.
don't worry. Be happy. Поет красивое. Что вы для нас споете, Анатолий? Он споет композицию Imagine. Очень красивая песня. Yeah.
to kill or die for. Все представили себе самое прекрасное и лучшее, что есть в этом мире. Так, ну что, ребята, инструменталисты, что-нибудь заметите, может быть? Thank you.
Thank you.
Прекрасные музыканты играют для вас, продолжают зажигать, бесить. Сейчас у нас будет небольшая смена состава и небольшая смена концепция. По просьбе Константина Сафьянова я спою. Я спою не просто, я спою балладу джазовую, которая называется «Body and Soul». И приглашается на сцену. Кто у нас тут приглашается? А, Александр Наумов у нас сыграет балладу. Вот. У меня есть для вас гармония, ребят. Mm-hmm.
Thank you.
likes to treat you all the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? That's nothing in this world for a girl so good and true. Gee, baby, ain't I good to you? I bought you a rock call for Christmas, a diamond ring, big Cadillac car, and everything. Love makes me treat you all the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Gee, baby. Gee, baby, ain't I good to you? Большое спасибо всем. Ну что, если есть еще желающие что-то еще напоследок сказать, то говорите. С радостью вас ждем на сцене. Ну а если нет, то тогда, наверное, пора нам потихонечку расходиться, потому что иначе мы опоздаем до Усен метро. У тех, кого нет машины. Вот. Есть еще живые люди в зале? Кто-нибудь хочет еще что-нибудь сыграть? Да! Да? Да, это значит, есть живые или да, это хочет сыграть. Ну, Алексей Полупапкин, выйди, сыграй, пожалуйста. Родион Говоров наигрывает мою песню, которая написана для тебя. Давай. Только смещение не будет играть. А то барабанщик испугается. Thank you.
спасибо. На этом завершается наш музыкальный вечер. Отдельное спасибо господину звукорежиссеру. Простите, что мы вас так заключили и задержали. Вы самые лучшие. Вы сделали нам отличный звук. Большое вам спасибо. Мы очень благодарны вам. Большое спасибо всем, кто был сегодня с нами, и музыкантам, и гостям. С вами сегодня была фанк-корпорация. Приходите к нам еще. Если вы захотите послушать веселую музыку и поучаствовать в ней, то мы будем рады видеть вас вот по четвергам нам там дали одно местечко. И если вам будет интересно, подходите, мы с радостью вам скажем, что это и где это, и будем рады вас видеть вновь. Еще раз хотела бы представить замечательных музыкантов, которые для вас сегодня играли в хоум-бенде. Родион Кобаров, клавишник. Александр Ахмаев, который уже ушел, но тем не менее. Константин Кириленко играл на басу. Олег Грыбов был на саксофоне, он тоже уже убежал, но ему отдельные аплодисменты. Евгений Павловцев играл на флейте и тенор в саксофоне. Специальный наш very special guest Константин Сапьянов, тенор-саксофон. А также замечательный барабанщик Александр Наумов с нами сегодня играл. И многочисленные участники джем-сейшена, которых я половину имен знаю, половину не знаю. Но вам отдельное спасибо, ребята. Вы нас поддержали энергетически и сделали этот вечер еще более веселым, более прекрасным и разнообразным. Большое вам спасибо. Будем рады видеть вас еще. Вот еще Рустам Артыков, ему отдельное тоже аплодисменты. Прекрасный трубач, большое ему спасибо. Будем рады видеть вас вновь и желаем вам приятной ночи. Меня зовут Наталья Козлова.